Очнись! Очнись! Где я? Где Резнов? Ты будешь отвечать на наши вопросы. Понял? Вы кто вообще такие? Это не важно. Важно, кто ты такой. Пошел как ты. Тебя зовут? Где ты родился? Москва, Россия. Тебя зовут Алекс Мейсон. Ты родился в Фербенсе, штат Аляска, 61-м. Ты служил в ЦРУ, команде ликвидаторов, известной как Операция 40. Это так? Это так? Да. Где находится станция радиовещания? Я не знаю, о чем вы говорите. Цифры, Мейсон. Что они означают? Откуда их передают? Ничего я не знаю, ни про какие цифры. А тут насчет Драговича. Помнишь его? Расскажи нам то, что мы хотим знать, и мы гарантируем тебе безопасность. Так, начнем сначала. Куба, 61-й год. Залив свиней. Мы знаем, что ты там был. Нет. Не дури мне башку, Мейсон! Я знаю, когда ты врешь. 61-й, залив свиней, что там было? Там всех убили. Враг бесполезно, Мейсон. Мы знаем, что там был ты, Вудс и Боуман. Вудс. Боуман. Мы хотели убить Кастро. Скоро сюда заявится полиция. Надо торопиться. Луц. Как жизнь? Живу, Карлос. Боумана помнишь? Карлос. Это Мейсон. Карлос. Достал, что надо? Он будет здесь, на плантации. Моей плантации. Нападение на аэродром отвлечет их, а вы войдете внутрь. А что потом? Вас заберет транспорт. Успейте только. Отлично. Мы не одни. Saca los papeles. Ahora. Sálvete aquí, puta capitalista. Oye. ¿De dónde tú eres? Я сказал, откуда вы? Не дергайся, Вудс. Жди. Давай, говорю. Ладно. Все готово. Собирайтесь. Извини за бар, Карлос. Нет проблем, мы разберемся с телами. Люди выходят из машин. В руках дробовики. Боуман, Карлос, прикрывающий огонь. Будем пробираться через улицу. Мейсон, ко мне. Пошли. Ты надо!
Вот и комплекс. Карлос и его люди должны напасть на аэродром. Уже сейчас. Это сигнал. Цепляйся! Вот так. Come on!
ситуацию. Вот и аэродром. Надеюсь, Карлос удерживает самолет. Он нас еще не подводил. Повстанцев вот-вот перебьют. Пускайся скорее, цепляйся! Вперед! Сейчас кто рухнет! Сваливай оттуда, живо! Самолет под контролем? Самолет готов, но при взлете автор не только шутки! С этим потом разберемся! Мы уходим, привет! Узнали о вашем плане. Мы все знаем. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Но пусть он страдает. Какого страдания он даже не представлял. У меня есть идеи, американец. О, да. Это точно.